Как уже сказали до этого, недельное чтение Лех-Леха. И мы в основном будем читать сегодня из Бытия 12 главы. И разделим эту главу, это недельное чтение, на две части. Во-первых, то, что мы уже прочитали с 1 по 9 стихи, а потом с 10 по 20. Конечно, мы говорим здесь про жизнь Авраама. И до того, как он, его имя поменялось на Авраам. И здесь есть прекрасный пример верующего человека. Мы знаем, что Авраам является символом веры. Он очень хорошо знал своего Бога. И, естественно, у него были близкие отношения с ним, по-другому он бы просто не смог с ним так говорить. Он получил обетование от Бога, взял его и поверил в него. И когда он пошел, он не знал, куда он идет. Он не знал, что его ожидает там. Он не знал, как выглядит эта земля. Он просто поверил. Он взял на себя эту ответственность, веру и пошел вместе со своей семьей. И после того, как он пришел в обетованную землю, он построил жертвенник. И это значит символ благодарения и поклонения. И один уровень его жизни завершился, он подготавливается к другому уровню. Мы видим уровень, систему уровня жизни верующего человека. Написано, что без веры угодить Богу невозможно. И если мы откроем Евреям 11 глава, не надо сейчас открывать, мы также увидим, что значит вера. И мы увидим, насколько приносится уважение Аврааму в этой главе. И что ему вера вменилась в праведность. И он становится отцом всех верующих. И Иешуа, когда учит нас, он говорит, что даже маленькая вера может сдвинуть горы. И каждый раз, когда я читаю эти отрывки, я пытаюсь увидеть себя в них. Все, что мы читаем, видим и слышим, нам нужно применять на практике, меньше теории. И да, Авраам был из великого народа, но также он был все еще кровью и плотью. Поэтому мы сегодня будем достаточно дерзкими и даже наглыми для того, чтобы сравнить себя с Авраамом. Мы продолжим читать эту недельную главу. Бытие 12 глава, вторую часть прочитаем. С 10 по 20. «И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в той земле. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. И скажи мне, что ты моя сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, и дабы жива была душа моя через тебя». И было, когда пришел Авраам в Египет, египтяне увидели, что она женщина весьма красивая. Увидели ее вельможи фараоновы и похвалили ее фараоны, взяла была она в дом фараонов. И Аврааму было хорошо ради нее, и был у него мелкий и крупный скот, и ослы, и рабы, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за жену, за Сару, жену Авраамову. И призвал фараон Авраама и сказал, что это ты сделала со мной? Для чего ты не сказала мне, что она жена твоя? Для чего ты сказала, она сестра моя? Я взял было ее себе в жену, и вот, вот тебе жена твоя, возьми и пойди. И дал ему фараон повеление людям, и проводили его и жену его, все, что у него было. Здесь Авраам получает повеление от Бога. Сойди в Египет и передай свою жену фараону. Да? Или нет? Неправильно.
Кстати, я рад в году память. Просто голод был большой в Израиле. Он верил в том, о ком же Луиву верил той раз. И он пришел в то место, куда привел его Господь. И здесь заканчивается рассказ о том, что он пришел. Бог не сказал Аврааму уйти в Египет из-за того, что в земле Ханаанской был голод. Он пошел туда, потому что он просто был голоден и хотел есть. Не написано, попросил ли он Господа или нет. И он подошел, и он пришел в Египет, и начались у него сложности. И поэтому отпустил Сару к фараону для того, чтобы ему можно было жить. Написано, чтобы ему было хорошо. Но здесь, в этом отрывке Писания, мы не видим никакого разговора с Богом. Мы не видим никакого жертвы, никакого благодарности, никакого поклонения. Я здесь вижу Авраама немного другого, если мы сравниваем с первой частью главы. Если мы начали к Аврааму и прислушиваться как к хорошему верующему в первой главе, в первой части главы, то есть отождествлять себя с Авраамом верующим в первой части главы, то здесь он как бы менее верующий. И здесь даже легче нам отождествлять себя с этим человеком. Есть некоторые толкования, которые говорят, что из-за того, что он сделал, народ израильский спустился в Египет и много там страдал. Это как будто наказание, которое мы получили за то, что сделал наш праотец. Потому что процесс выглядит одинаково. Они пришли в Египет из-за того, что в земле Ханаанской был голод. Вначале им было хорошо. А потом они начали страдать. И они вернулись с большим богатством и наследством, как и отец наш Авраам. Он вернулся в исходную точку. И потом он продолжил из той точки, куда привел его Бог. И вопрос в том, сколько времени он потратил зря, этого мы не знаем. Бог и вел его и там тоже. Потому что милость его распространяется на все места. И Бог не отступал от своего плана для Авраама. Но туда он его не посылал. И он потратил драгоценное время. И Авраам, как человек веры, у него не хватило достаточно веры во время голода. Когда, и мы люди, когда у нас есть, скажем, финансовые проблемы, особенно когда у нас есть ответственность за нашу семью и за наших родных, иногда мы начинаем делать глупости нашими собственными усилиями. И то, что я увидел во второй части 12 главы. И то, что повело Авраама в Египет, это не вера, а возможно голод, страх и недостаток веры. Потому что если мы возьмем все понятие веры, есть только два состояния. Или ты веришь, или ты не веришь. Если в определенной ситуации тебе не хватает веры, тогда серого нет, ты просто не веришь. Даже если ты знаешь, что Бог существует, но ты не веришь. Потому что действия твои доказывают, что ты не веришь. Я две недели назад был на конференции в Норвегии. И там три дня была молитва и поклонение. И мы учились и разговаривали много. И моя голова была забита разными вещами, я еще уставший был.
אבל שמעתי בבירור שלוש פעמים בראש שלי את הפסוק מתהילים 90. Но я ясно слышал в своей голове, по крайней мере, три раза отрывок Писания из туда, из псалмов 90, из 90-го псалма. И у меня просто сердце начинало биться, когда я услышала этот стих. Два первых стиха. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Для того, чтобы понять, нужно 10 раз прочитать этот отрывок. Мы только так листаем псалтырь туда и обратно. Но я подумал, что здесь написано про меня. Я кровь и плоть. Я себя считаю верующим. Но часто у меня на меня находит страх и сомнения и беспокойство. И тогда Господь показал мне этот отрывок. Это твой статус. Это факт, который не меняется. Ты находишься в этом месте. И понятия страха, беспокойства и переживания, для них нет места там. Оно там не может существовать. Мы прочитаем еще раз. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Это место совершенно. И иногда нам нужно принять усилия для того, чтобы поверить. А если мы не верим, то мы прилагаем усилия для того, чтобы вывести себя из этого безопасного места. Нам нужно связать себя с этими стихами. Потому что мы находимся под кровом Всевышнего. И все, что Бог не даст запустить туда, оно туда не зайдет. Если вы проверяете свою жизнь, все самые большие чудеса, которые произошли, и даже самые лучшие отношения, которые у вас были с Богом, скорее всего, это было в проблемах и в тяжелых ситуациях. Потому что Господь иногда допускает некоторым проблемам зайти в это место. Не то, чтобы вы вышли из-под крова Всевышнего, но Господь допускает это. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Написано на иврите в тени в тени Бога, который дает вам потребности. У него есть все для того, чтобы тебе было достаточно. Не то, что мы всегда хотим, но точно все, что, в чем мы нуждаемся. И это есть вера. В самом начале, которая была у Авраама, а потом каким-то образом она исчезла. Потом вернулась заново. И Авраам это прекрасный пример, он также против кровь и плоть, как ты и я. То есть значит, что мы можем себя сравнить с ним. И да, мы можем быть как он. Потому что нам нужно научиться из того, что здесь было. И когда мы читаем, почему первое поколение израильтян, вышедших из Египта, не зашло в обетованную землю,
то это поколение совершило много ошибок и поклонялось идолам. Но это ли причина, почему они не зашли в обетованную землю? Это не то, что написано. Написано, они не поверили. Даже все эти ужасные грехи Господь может простить. И Он прощает. Но они не поверили. И это то, что их погубило. Недостаток веры. Недостаток веры в то, что Бог их послал. В том, что Он показывал чудеса каждый день. Они только сфокусировались на своей плоти и на физическом состоянии. Они не обратили внимания на все чудеса, что их обувь не ветшала, одежда не ветшала, и всегда Бог давал им пищу в пустыне. Это то, что Он хотел им показать. Для того, чтобы их вера возросла, и они могли перейти на новый уровень. И в конце концов мы видим, что Авраам вернулся в то место, из которого вышел. И мы видим, что его история идет вперед и улучшается. Написано несколько только стихов, но я могу себе представить, что для него это было большим уроком, когда он был в Египте. В конце концов, он оставил Египет и вернулся с большим имуществом. И это только говорит нам о том, что если мы вышли из-под крова Всевышнего, то у нас есть шанс туда вернуться. Написано, что праведник падает и поднимается, идет заново. Нам нужно принять это решение и повернуть из Египта обратно в обетованную землю. Если мы принимаем решение обратно встать на путь веры, то Господь благословляет нас в этом решении. Мы прочитаем также на русском Псалом 32. Да будет милость Твоя, Господь, над нами, как мы уповаем на Тебя. Это очень интересный стих. Что милость Твоя будет, Господь, так, как мы надеемся на Тебя. Что если наша вера слаба, хотя такого, в принципе, понятия не существует. Потому что Ишуа говорит, что даже если вера твоя очень маленькая, ты все еще можешь передвигать горы. То есть, если у меня нет веры в тебя, тогда мне нечего надеяться на твою милость. Написано, да будет милость твоя так, как я уповаю на тебя. То есть, если я не верю, то значит и я ничего не получу, ничего мне не давай. Я знаю, что это сложно сидеть здесь и говорить об этом. Но нам нужно проверить свою систему отношений с Богом в сложных ситуациях. Именно в ситуациях сложных, в маленьких или в больших ситуациях сложных, какое решение приходит? Написано, что если я верю в тебя, я знаю, что ты разрешишь эту проблему, хотя я не знаю, каким образом. И тогда твоя милость покрывает меня. Но если я верю, но у меня есть сомнения, тогда это уже не вера. Потому что когда есть сомнения, переживания, беспокойство или страх,
Тогда мы верим в то, что может быть Бог нам и не поможет. Может быть да, может быть нет. Это не вера. И нам нужно иногда задуматься над этим. Потому что мы все себя считаем верующими. Почему мы верующие? Потому что мы верим в Бога, который сотворил все. Ну, написано, и мы часто об этом говорим, что и бесы веруют. Во что они верят? В то, что Бог существует. Но наша вера должна отличаться от этого. И не только в каждодневной жизни это важно. И важно к концу времен, когда Иешуа вернется. Когда Иешуа вернется, он сказал, найдет ли сын человеческий веру на земле. Написано, что многие верующие упадут, потому что корень их не будет достаточно сильный. И мы прочитаем последнее место Писания. Это Иезекииль, 34 глава. Мы знаем, что когда Иешуа придет, он отделит овцов от козлов. И на простым языком говоря, он отделит верующих от неверующих. И это звучит как это хорошее обещание. Потому что в конце концов мы перестанем страдать от неверующих. И придет святая жизнь. И раздадут подарки и белые одежды. И iPhone 10 все получат. И казахский халат для всех. Но я нашел здесь нечто другое. Иезекииль 34, с 15 по 17. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь. Вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом». Здесь есть что-то интересное. После первой селекции, когда он отделит баранов и козлов, он придет только к овцам, и там тоже уже будет делать порядок. То есть он скажет, что если вы думали, что вы верите в то, что я существую, то с вами все в порядке. Написано, что потерявшуюся неверующую он и исцелит, и потерянную возвратит, и приведет в свое стадо. Тот, кто страдает, он поддержит и поможет. Тут написано про разжиревших овец. Все на диету, да. Что значит разжиревшее? Шамен за ацлан. Это ленивое. Ацлан, что эн ло шум иньян ласот машу, кидей лерсот. Ленивые — это те, которые не прилагают усилия к тому, чтобы похудеть. Я тоже немножко поправился в последнее время. Но я бегаю. Просто моя жена слишком хорошо готовит. Аз бехол микрэ кивса, ши шмена ва ацлаит, и ло ма вия прин лимахут. Разжиревшая и ленивая овца, она не приносит никакого плода в Царство Небесное. Она просто занимает место. Она ни для чего не годная. Написано, иногда мы живем по той теории, которая нам говорит, воззови имя Господа и спасешься. Но это только начало. Есть еще очень много, что написано после этого. Написано, что всякую ветвь, не приносящую плода, срубают и бросают в огонь. Написано еще, что если ты верующий человек, то мы это увидим по твоим делам. И не то, что ты сейчас будешь идти и спасать весь мир. Но простые вещи, каждодневные дела.
тебе сложно, тебе плохо, давай мы посмотрим, как ты реагируешь. Делаешь ли ты шаги в веры, и есть ли у тебя настоящая надежда на Бога? Я думаю, что эти вещи, они важны и правильны. В конце концов, ты да, принесешь плод, потому что если ты идешь за Богом, то ты поймешь, куда тебе идти. И здесь Бог вернулся к овцам, именно к верующим, и там он тоже делает селекцию. И это то, что будет. Я не хочу сейчас никого пугать. Ну так, но я хочу, чтобы да, проснулись те, которые немного заснули. И это происходит со всеми. Один день у нас лучше, другой день хуже. Но всегда Бог тебе дает путь вернуться к Нему, и эта дорога благословенна. Я хочу вас воодушевить, чтобы вы были настоящими верующими, хотя не всегда это легко. Но это всегда интересно.